Здравствуйте, с вами снова Виктор Балет. Итак, я хотел бы прочитать вам стихотворение «Барахолка» 1985 года из Томска, часть 4 «Жизнь». Барахолка, толкучка и туча, все едино скопление добра. Все, что хочешь найти, ты здесь можешь, только нужно, чтоб деньги была. Деньги, башли, барыши, здесь идет товарооборот. Деньги кто-то загребает, словно землю крот. Спекулянтов масти всякой встретить можно тут. Их сюда наживы страсти манят и влекут. Здесь цыгане и армяне, чукчи, русские, хохлы. Здесь плелись все воедино нации страны. Все открыто, все свободно, кто на что гораст. Сердце чутко встрепенулось. Где ж ты, моя власть? Гражданин-милиционер меряет Монтану, на закон ему плевать, вот размер бы подобрать. Где ты, власть моя родная, что ж глаза закрыла ты, или не видишь, что творится у тебя внутри? Итак, это было стихотворение «Барахолка». Заходите на часть пятую, приглашаю вас. Разошлите, пожалуйста, это видео всем моим знакомым и друзьям.